Всем актива! С вами Мотоактив. Промежуточный этап в сборке квадроцикла Polaris. На данный момент мы уже на новую раму установили все агрегаты, то есть всю подвеску, мотор. Сейчас уже заканчиваем остальные куски рамы доустанавливать. Осталось дождаться, когда придет новая рамка радиатора, поскольку она раскололась, и дособрать металлическую конструкцию непосредственно, и на нее поставить уже пластик, и будет готово.